Всем привет, друзья! И как-то недавно, перебирая запасы на кухне, нашла новую упаковочку вот таких вафельных коржей. Такие вафельные коржики идеально подойдут для приготовления быстрого тортика, например, сварить сгущенку, намазать, посыпать орешками, и готовый тортик получится. Но я же делаю вкусняшку чуть-чуть по-другому, причем вкусняшки как сладкие, так и мясные. И поэтому давайте в сегодняшнем видео мы с вами приготовим две закусочки, которые, я думаю, порадуют многих, особенно мясные, понравятся мужчинам. Давайте приступать и все подробно расскажу. Ну и для приготовления первой вкусняшки я взяла 400 грамм фарша и немного отваренного риса. Конечно, такого большого количества начинки нам не надо, я еще планировала сделать тефтельки. Нарезаю мелкими кубиками половинку луковицы, отправляю всю эту смесь. Зелень. У меня это был свежий укропчик, его мелко порезала и также отправила в миску. Добавляю любимые приправы и все тщательно перемешиваю. Беру один вафельный лист, выкладываю на разделочную доску и теперь начинку я равномерно размазываю по всей поверхности листа. Сильно толстую ее делать не надо. Вообще для таких закусок можно делать любую начинку, например, яйца с грибами очень вкусно бывает и с обычными рыбными консервами. Вариаций приготовления закусок очень и очень много. Далее накрываю вторым листом вафельки и оставляю так полежать минут 5-7 и делаю еще вторую же такую заготовку. Я буду вафельки обжаривать в кляре, поэтому беру 2 яйца и просто их взбиваю с щепоткой соли. Когда вафли чуть-чуть полежали, приступаю к их нарезке. Мясные вафельки я решила нарезать на прямоугольники. Для того, чтобы вафли хорошо резались, нужно им дать полежать, чтобы они немножко смягчились и потом при нарезке не трескались. И когда все квадратики нарезаны, вот так обмакиваю их в яйце и отправляю на сковородку. Обжариваю буквально минуты по 4 с двух сторон. Ну и такие пухленькие вафельки у меня в итоге получились. Потом вспомнила, что в холодильнике у меня лежала пачка творога, поэтому решила сделать и творожные вафельки. Пачку переложила в салатник и мелкими кубиками нарезала свежие яблоки, предварительно очищенные от кожуры. Добавляю немного ванилина для аромата. Также 3 столовых ложки сахара. Две столовых ложки манки и куриное яйцо. Теперь все это перемешиваю, чтобы получилась однородная масса. И
И также равномерным слоем распределяю все это по вафельному листу. Чтобы начинка распределялась равномернее, яблоки можно натереть и на крупной терке, но и так тоже все прекрасно выкладывается. Накрываю также вторым листиком и даю немного постоять. Эти я вафельки решила нарезать на треугольники и также обваливаю в яйце и обжариваю на сковородке. И вот такие сладкие треугольнички с творогом у меня получились и мясные квадратики. Ну что, друзья, надеюсь, что это видео было для вас интересным и полезным. Если вдруг вы что-то готовите из вафельных листов, пожалуйста, напишите в комментариях ваши рецепты. Очень будет интересно узнать, что вы из них придумываете.